Всем привет, с вами Готика, с вами Сократ. Сегодня 3.12 вышло новое обновление для Red Dead Online. Rockstar добавили нам ничего. И все, что было на прошлой неделе, одежда, которая ограничена по времени, переносится на эту неделю. Скидки на скаковые лошади, если раньше они стоили $130, сейчас стоят $91. Седла и внешний вид также по скидкам. Настоятельно рекомендую использовать седло на Кадочес, потому что с ним даже самая дряхлая лошадь будет бегать фактически бесконечно. Выносливость с ней не тратится вообще. Да ну нахуй! Собственно, все, больше никаких обновлений, я даже не знаю, стоило было делать этот ролик или нет, до самого вечера ждал, и тут у нас вылетает следующее. 13 декабря выходит дополнение с новой ролью самогонщиков. Oh my. Мы с ребятами долго думали, какую будет следующую роль вводить, и я предположил, что будут вводить и улучшать действующие текущие роли. То есть все последующие роли будут отпрыгивать от основной роли. То есть если это будет роль бандита, то, соответственно, она будет исходить из роли охотника за головами. Роль охотника с развитием там лука, больше стрел, кастомизация самого лука, то это торговец. Роль фотографа или еще какая-то, это будет роль коллекционера. И развитие предприятий, безусловно, это то, что мы предполагали, что будет. И вот в самогонщике это дополнение к роли торговца будет добавлено к нам уже 13 декабря. Что в нее будет входить? Человек, который достиг уровня 5 в торговце, либо перевез повозку на дальнюю дистанцию, Крипс предложит отправиться нам на ранчо Эмеральд. Это то ранчо, где я делал ролик на тему овечек с халявным фармом для торговца. Там будет подпольный самогонный аппарат, скажем так. То есть в подвале будем все это делать, проходить квесты сюжетные дополнительно. И самое, что интересно, на карте очень много разбросанных пустых таверн или таверн полупустых. Вы сами это видели. И то, что это будет одно из наших развитий бизнеса, это было бы очень здорово. Вот такое предположение у нас было сделано. И вот, да, нам добавляют. Также у нас появится возможность открыть свой собственный подпольный бар, торгующий моим же самогоном, то есть нашим же с вами самогоном, выбрать его оформление, нанять музыкантов, открыть площадку для танцев, для развлечения, для друзей, клиентов. Это, собственно, как ночной клуб, но с оформлением, да, и с подборкой диджеев, которых не надо приглашать. То есть, в принципе, новости просто блеск. Сам жду с нетерпением этого обновления. Думаю, что на развитие этой роли нам понадобится еще 15 золотых. Плюс 13 числа нам добавляют, вы не поверите, что? Правильно, бандитский абонемент второго уровня. Второй этап, или точнее, как правильно даже сказать, бандитский абонемент часть 2. То есть это то, что было на плойке, делаете дополнительные миссии, получаете за это офигенные плюшки. Блять. Делайте дополнительные миссии, получайте офигенные плюшки. То есть это кастомизация персонажа, шмотки и так далее. Также нам добавят револьвер Navi Colt. С 13 декабря он будет нам доступен. Я думаю, что это будет аналог или конкурент для Лима без дробовика. И может быть у него будет чуть больше скорострельности, чуть больше скорость перезарядки. Что-то среднее между Лима и Шофилдом. Может быть... Может быть, более подробная информация появится непосредственно накануне перед выходом, потому что 13 декабря это все-таки пятница. А насколько мы с вами знаем, Red Dead Online обновляется во вторник. В четверг обновляется GTA Online. Поэтому данная информация, что выходит именно 13-го, очень странная, но тем не менее очень захватывающая. Мы все ждем этого с нетерпением, с развитием своего предприятия. То есть мы покупаем самогонное предприятие, с виду оно будет похоже на обычный дом с гостиной, кухней, спальной, ванной комнатой на первом этаже, а в подвале, соответственно, уже начинается самая движуха. Нам будут добавлены новые квестовые персонажи, которые, как, собственно, Крипс, будут давать нам какие-то задания. Я думаю, что продажа этого самогонного, все, что связано с... самогоноварением, пивоварением и так далее, так далее. Это будет все реализовываться через наше предприятие, либо через продажу через Крипса. Также, скорее всего, эти миссии, мини-миссии по доставке сырья будут видны всем на карте. И, соответственно, это добавляет некий интерес к сражению с другими игроками в PvP, так сказать, в открытой сессии.
Вот, собственно, все новости. Подписываемся на канал, ставим лайки, заходим к нам в Discord. Всегда есть повозки, с кем перевести кучу народу. Будем вместе с вами изучать новое обновление, которое выйдет 13 декабря. Всем благ, удачи, пока!